если повысят при таком сервисе. Они же, вы видели сейчас, пройти на платформу невозможно. Ни снег не убрано, ничего. Я считаю, что сервиса никакого. У меня приятельница с Минска приехала. Она просто была поражена. Говорит, это надо же, вагоны не моются. Как это у вас? У нас такая чистота в вагонах. Это порядок везде. Чтобы вот это бутылки, харчки и уборки не было в этих вагонах. По-моему, это вообще нереально. Народ и такой, грязь такая. Скажем, и народ вот это курят в тамбурах. Везде окурки. Не знаю, двери не закрываются. Не знаю, как холода будут. В общем...